Сегодня спасателям удалось доказать, что они готовы пойти не только в огонь, но и в холодную воду. День белорусского спасателя совпал с праздником Крещения Господня. Поэтому профессионалы с боевой закалкой сегодня с удовольствием окунулись в освященную купель. Люди, которые славятся своей смелостью, уверены, такие ритуалы дают защиту в работе на весь год. Это прежде всего проверка на прочность своеобразная, для того, чтобы проверить свои силы, свой дух, ну и, конечно же, и тело, и дух закалить. Поэтому всем рекомендую присоединяться, но делать это нужно с умом, конечно же. Главное не переохлаждаться, а именно закалиться.